Итак, сейчас будем менять сальник. Как до него добраться, посмотрите в видео, как обгонная муфта стелс. Так, сальник у нас вот это должен быть. Сейчас мы извлечем, посмотрим. Так, нет, наверное, скажем, сейчас посмотрим. Чтобы снять сальник, надо сначала вот это стопорное кольцо извлечь. У нас тут есть специальные кусачечки. Так, сняли. Ну вот, мы до него добрались. Теперь мы его выковыряем. Видно, да, что он потный. Это признак того, что он пропускает. То есть, это пары бензина, они вот наружу выходят. Это признак... То есть он мокрый сальник, это признак того, что он пропускает. Дальше. Как его извлечь? Я просто отверткой выковыриваю. Вот сейчас сюда вот ставим отвертку и вытащим. Просто вставляем вот сюда отвертку и выдавливаем его. Выковыриваем. Так, вот как-то так. Так, вот, сальник извлекли, нашли комплект от стелса, здесь есть искомый сальник, вот он родимый, 20×42. Такой же. Так, теперь что делаем? Легонечко, вот здесь очень тонкий слой герметика наносим. Много не надо. Тут кто-то критиковал, что типа может попасть внутрь. Внутрь он никак не попадет. Потому что при момент, когда будем запрессовывать его, весь герметик выдавится сюда наружу. Но для лишней герметизации, не дай бог там царапины, еще что-то. То есть хуже не будет. Прям чуть-чуть, немножечко для лишней герметизации, и все. Внутрь не мажем, то есть мажем только вот по эту краю. Так, ну и все, вставляем на место. Вот эту втулочку тоже убираем, она мешается, в которую упирается. Главное, муфта. Так. Тут убираем. Не забываем ее поставить на место. Ну все, сейчас здесь протрем и будем сальник ставить. Что, просто руками или ты его подтолкнешь? Вот, равномерно. Вот руками зашел, ну да, какой-нибудь втулочкой. Как бы все, он на месте. Сальник у нас встал. Все, теперь ставим втулочку. И собираем дальше все на место.